Всем привет! Днепр на связи. 18:00. Отбой тревоги только что был. Тревожилась вся страна на взлет МиГ-31 потенциального носителя ракет «Кинжал». Вот такая вот погодка, дождик, который немножко притих, был более сильный ливень. Что, друзья, по обстановке? К сожалению, уже на данный момент есть погибшие. Многострадальный Никополь. Сегодня ушло еще две человеческие жизни. Был обстрел из артиллерии утром. Двое мужчин получили осколочное ранение. Один из мужчин оказался тяжелым. Его срочно отвезли в больницу. Врачи боролись за его жизнь. Но травмы, полученные, были несовместимы с жизнью. И сообщается уже, что после обеда был нанесен удар дроном «Камикадзе» по машине скорой помощи. И там погиб 54-летний водитель. Вот такие, друзья, дела. Ну и прямо сейчас, во время тревоги, у нас сообщалось в украинском инфопространстве о мощных взрывах в Донецке. В частности, также сообщали о прилетах. В альтернативных источниках увидел информацию, что в Киевском районе Донецка был взрыв, поднимается дым, при этом сообщая, что предварительно есть пострадавшие. Вот такие, друзья, дела. Что погода? Жуть. Для меня лично, потому что некоторые рады там огородик полить, поля, все дела, поэтому... Как говорится, у погоды нет плохой погоды. Как у природы нет плохой погоды, бывает плохая экипировка. Так что, друзья, берегите себя, берегите своих близких и до нового выхода на связь.